Привет, ребят! Кирилл Кравцов с вами снова. В Чехии уже начались тренировки, уже можно тренироваться. И что делает музыкант, когда нет концертов? Он занимается хоккеем. Почему я говорю об этом? Музыканту обязательно надо заниматься спортом, ребята, потому что настоящие турне, которые вы делаете, по 20-30 концертов иногда бывает подряд, очень тяжело физически. Вы должны быть крепкими, у вас все ничего не должно болеть, мы сидим очень много. И в нашей работе такая гиподинамия развивается всегда. Берегите себя обязательно, тренируйтесь хоть чем угодно. Гимнастика, зарядка – это все очень полезно для музыкантов любой профессии. Без этого нам, конечно, очень сложно действительно профессионально состояться как музыкантов. Всем здоровья, удачи. С вами был Кирилл Кравцов. Всего доброго.